А теперь об этом и многом другом подробнее. 67 миллионов федеральных рублей на ремонт курских дорог. Правительство страны уже в этом году направит почти 10 миллиардов в бюджеты нескольких российских регионов. Распоряжение 4 октября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В документе отмечена и Курская область. Внушительная сумма выделена, цитата, «на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог». На что конкретно потратят деньги, станет известно позже.